говорю, ты позвони, ты сказал, нет, ты позвони сама. Почему вы не перезвонили? Я говорю, а почему Оксана Викторовна должна все время посылать смс? Почему? Ну, сама выбрала, позвонила, уточнила. Человек должен звонить сам, или перезвонить, и общаться.
никаких столов. Углов никаких не должно. Спасибо. Понятно, мы уже так с тобой общались, уже сроднились. Да. Боюсь, что это как бы даже так сказать, что чувствует они, что никто не будет. Я вас не держу. И разничество. Ругаю, держи любовь. Ты, чтобы ее держал, вижу, рукавица. А то она у нас уже вся держит. Ну, так ладно. Переставьте, пожалуйста. Thank you.
числе координатор нужно писать, что здесь вот такой вот респондент. Вот это не нужно так. Здесь оставлю. Пусть. А что нам
Каждый, кто у вас есть.
Thank you.
получается уже. Вы вообще дали согласие, если вам ничего не сказали. Знакомые.
комиссии со «Справедливой России», совещатель, наблюдатель, смотрите все. Съемки камеры. Внизу красный флажок, что у нас записи стоит. Так, подождите, а монитор должен быть в зоне видимости? Нет, монитор. Вот этот монитор должен давать картинку. Вот он. Нет, только в ящике. А это я сейчас уточню. Вот сейчас как я могу... Так, подождите, давайте проверим, сколько у меня. Как я могу туда залезть головой и увидеть вот сейчас? Так, вопросы есть, скажи, я вам открою. Вопросы есть? Есть. Вопросы. Я вам открою. Мы сейчас не видим, насколько просматривать поле. Вот нет, я не вижу. Вот на это время. Где туда головой залезть? Я вам еще раз говорю, вы должны его вынуть, чтобы вы могли посмотреть все время, пожалуйста. Так, а вы не закрывайте, мы не убедились в этом. Я слушаю. Вы сейчас подойдете к нам. Да. И здесь совершенно... Так, скажите, вы выбираете, если еще не можно. Идите сюда, я учусь. Обратите внимание, что вы всякие вопросы. Вчера, кстати говоря, приходили иностранные наблюдатели, и координатор от нашей партии хотел убедиться, кто как берет картину. Его вчера не включили. Сейчас перевожу на почту. Сами надо хорошо настолько. Ага. Ему им придется напрямить. Так, все сюда и туда. Нет, не все. Значит, я вам еще раз говорю. Столы надо выдвинуть. Как же выдвинуть? Распорядитесь, пожалуйста, чтобы картинки не видно. Вот за этой... Ну, мы все на камеру скажем, что столы... Что за это мы скажем? Мы нужно сделать, чтобы это было нормально. Давайте выдвинем столы. И выдвинем немножко сюда. Вы можете ответить что-нибудь? Так, прошу вас засвидетельствовать. Мы не можем получить ответ от председателя. Так, смотри, он поворачивается спиной. Столы должны быть выдвинуты. Камера должна быть выдвинута. Значит, давайте единицу Я тоже подумала. Проблема с вами. Это основная идея. А как на этой? Столы должны быть выдвинуты. И вот поле обозрения видит вам. Сейчас я буду звонить. Куда я буду сейчас звоню? Как бы не правильно сейчас. А почему второй третий? Таким образом, зависит у нас ничего от сих пор. Я же вам говорю, что мы все третьи настали. А они говорят, что это стационарная под номером один. А почему на тебе? Буду сейчас я уточню. Значит, где-то появится первая, потом еще. Она просто появится. Я сейчас уточню. Я думаю, что это на камеру. Здесь 499. По-моему.
член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Малышева. Значит, мы зафиксировали, что столы, за которыми работают члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, находятся вне видимости камеры наблюдения. На наше требование выдвинуть столы, чтобы они попадали в зону видимости камеры наблюдения, нам было отказано. Председатель УИК Кофман Любовь Юрьевна все наши претензии игнорирует, поворачивается к нам спиной и молча уходит. Сотрудник полиции также находится под ее влиянием и на ситуацию влиять не хочет. Это вы хорошо. Даже нам то же самое сказали. Вы кого сейчас в эту зону другой скажем. Пожалуйста, примите меры. Вы же это сами нам сказали. Ситуации. Я просто прошу, а там сами смотрите.
Вот я сейчас поставлю кнопку. Я еще раз говорю, я прошу всех занять места. Время 8 часов, участок открыт. Вас просили делать это заблаговременно. Вы увлеклись. Показать, что он пустые. Убедите меня. Вы не убедили нас, что эта зона рассматривается. Так, наблюдатели, пожалуйста, зафиксируйте этот момент. Все, кто-то еще. Вы здесь, все меня. Сейчас будут открываться ящики. Спокойно, спокойно. Вы не успокоились. 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 Вы